Снова туда, где море огней, музыки и аплодисментов. Дональд Трамп в своей фирменной красной кепке на ралли в Майами в поддержку республиканского сенатора Марко Рубио. По слоганам на трибунах об этом не догадаешься. Зато из речи 45-го президента все ясно. Даже в сумасшедшей «Нью-Йорк Таймс» сегодня была большая статья о том, что латиноамериканцы вступают в республиканскую партию. И многие говорят, что идут в партию Трампа. Давайте называть ее все же республиканской партией. Хотя я знаю, я вам нравлюсь. И вам очень нравлюсь. Тем временем на другом конце Флориды, в городе Лейк-Сити, губернатор Рон ДеСантис ловким движением прирожденного бейсболиста бросает в зал черные и белые бейсболки. Его шоу накануне выборов сдержанных тонов, но не амбиций. Против кого он ведет эту гонку, тоже ясно. Когда ты возглавляешь офис, может всякое случиться. Я имею в виду, мы должны реагировать на ураган, например. Но есть разница между тем, чтобы иметь дело с кризисом и его создавать. И это то, что делает Байден. Он создал кризис на границе, он создал самую сильную инфляцию за 40 лет, потому что они печатали, занимали и тратили триллионы и триллионы долларов, когда их предупреждали не делать этого. Из-за него поставлено на колени внутреннее производство энергии. Мы выпрашиваем нефть у Мадуро и у саудовцев. Два альфа-политика не только в Солнечном штате, но и в республиканской партии в один голос критикуют демократов и Байдена и пока не переходят на личности. Хотя ДеСантис неожиданно поддерживает бизнесмена-республиканца, кандидата в Сенат от Колорадо Джо Ди, который обещает активно проводить кампанию против Трампа. А Трамп называет это большой ошибкой, big mistake, и вскользь коверкает фамилию флоридского губернатора – ДеСантимониус. Рон ДеСантимониус от 10%. Что бы это ни значило, это значит только одно. Напряжение между ними растет. О причине догадываются все. И тот, и другой метят в президенты. И оба пока молчат. Рон ДеСантис на прямой вопрос своего оппонента, кандидата в губернаторы от демократов Чарли Криста, отвечает образно и уклончиво. Почему бы вам не посмотреть в глаза жителям штата Флорида и не сказать, что если вас переизберут, вы будете служить губернатором полный 4-летний срок? Ну, слушайте, я знаю, что Чарли интересно поговорить о выборах 2024 года и Джо Байдене, но я просто хочу прояснить ситуацию. Единственный измученный старый осел, которого я хочу отпустить пастись на пастбище, это Чарли Крист. А вот от республиканского слона в этой выборной гонке ДеСантис держался подальше. Он даже махнул на север штата, пока Трамп выступал на юге. Поездки Трампа по стране в поддержку республиканских кандидатов вообще выглядели как личный проматур. Я избирался дважды, я выиграл дважды, и во второй раз я показал намного лучший результат, получив на миллионы и миллионы голосов больше в 2020-м, чем мы получили в 2016-м. Я абсолютно точно, что получил больше голосов, чем любой действующий президент в истории нашей страны. И теперь, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и великой, мне, наверное, придется сделать это снова. Но следите за обновлениями. Последнее обновление поступило в ночь перед промежуточными выборами. Трамп пообещал сделать большое заявление у себя во флоридской резиденции Мар-а-Лаго. Политологи видят в этих двух флоридских политиках соперников, но избиратели-республиканцы говорят «No Ron without Don», не будет Рона без Дона, и видят в них команду мечты на выборах 2024 года. Трамп как президент, ДеСантис как вице. Кто из них прав, мы скоро узнаем. Елена Мещерякова, Наталья Латухина. Настоящее время. Флорида.